Полное имя для Аркашки оказалось, наверное, слишком длинным. Звали его просто Кашка. Он и в самом деле был как незаметная полевая кашка в траве. Пройдешь и не увидишь. Может быть, в своем отряде среди малышей он и был чем-то известен. Но Володя никогда не обращал на него своего внимания. Потому что посмотришь, и взгляду не на что зацепиться. Выгоревшие волосы, стоптанные сандалет, серенькие штаны на лямках, да голубая выцвевшая майка. Вот и весь Кашка. Прошлым летом дома у Кашки стряслась беда. Сильно заболел отец. Он болел и раньше, но не очень. А на этот раз болезнь скрутила его крепко. Название болезни было длинное и непонятное. Кашка не мог его запомнить, но зато хорошо запомнил слова врача. Операция нужна обязательно. Пришлось маме на работе брать отпуск и ехать тоже. Она сказала, что будет жить в городе, пока отцу не сделают операцию. Тепловоз прогудел, мама помахала рукой из вагонной двери, и поезд ушел. Он ушел и скрылся за поворотом, а Кашка стоял и смотрел на блестящие рельсы. О таком кораблике как раз Кашка и мечтал. Он бы на таком корабле отправил бы своих смелых друзей, челотяпиков, в свои самые разные дальние плавания по лесным ручьям и озерам. Они бы открывали новые острова и страны. Кашка знал, где их можно открывать. Только не было кораблика. Другие ребята сказали, что набором для модели яхты можно купить на станции в Реймаге. И денег надо всего 60 копеек. Всего. У Кашки-то их денег в жизни не бывало. Мама уехала. У отца операция. А пусть сам заработает, как мы на ягодах, по 15 копеек за стакан, если продавать всего 4 стакана надо. В глубине души он совсем не верил, что кто-то подойдет к нему и станет покупать его промокшие кульки с клубникой. И не знал, что делать, если это случится. Но к нему подошли незаметно, откуда-то сбоку, и Кашка вздрогнул. Продаешь почем? 15 копеек. Слушай, а ты рыцарь наживый, а совесть у тебя есть? Ягоды, они хорошие, продаю по такой же цене, как все. Я вот таким вот пацаненком был, когда на целину первые эшелоны шли. Мы со своих огородов помидоры тягали и к вагонам тащили, чтоб ребятам дать на дорогу. А тут 15 копеек. Тьфу! Ну возьми так, не надо копеек. Что? Спасибо, я платежеспособен. А тебе не жалко? Жалко? Вот, бери. Кашка торопливо замахал рукой в ответ, той, в которой у него оставались последние ягоды. Они сыпались из бумаги, но Кашка не обращал внимания. Впервые в жизни он провожал хороших людей в дальнюю путь-дорогу. Володя был командиром отряда, и он уважал и во всем прислушивался к своему товарищу. Кашке нужно было, чтобы Володя хоть мельком взглянул на него и вполголоса сказал: «Молодец, Кашка!» Или, может быть, взял его за плечо и шепотом спросил: «Не устал?» И тогда бы Кашка отчаянно замотал головой и ответил: «Нисколечко!» Но Кашка и не догадывался, что ему этого хочется. Это желание было позади другого, самого главного, которое называлось «Володина победа». И Кашка был уверен, что когда Володя станет чемпионом, он обязательно скажет: «Мы с тобой молодцы, верно?» Скажет негромко, чтобы слышали только они двое. Вот и все. Прощайте, синие камни. Было хорошо, и от этого сейчас грустно.
Но впереди много хорошего. Прощайте скалы, алый шиповник, красные костры, да маленький оруженосец Кашка. В жизни так устроено. Встретятся два человека и сначала посмотрят друг на друга как-то хмуро и непонятливо. А когда эта хмурость исчезает и хочется быть вместе, наступает такой день, когда приходится расставаться. Но тут уж ничего не поделаешь. У каждого своя дорога. Кашка вспомнила о доме, и сразу все просветилось. Слезы растаяли, Кашка пошел дальше, не опуская головы. Ну вот, он вышел на лужайку, где они с Володей жгли костер, и у Кашки опять заскребло в горле. До прощального костра осталось 4 дня. Но Кашка не плакал. Зачем? Так уже было. Уехал куда-то добрый мальчишка Пимыч. Ушел в далекие горы бесстрашный путешественник Костя. Все встречаются, а потом расстаются. Нечего тут плакать. Зато Кашка скоро приедет домой. И там будут мама и папа. Большие птицы среди лиан спят.